Всем привет, друзья! С вами Воронцов. И, короче, мне поломали палатку. Давайте сейчас тогда выясним, как же эту палатку и кто, соответственно, ее сломал, каким образом. Подойдем к палатке, ну и посмотрим все более подробно. Так, сейчас вот подходим к палатке. Вообще, это места очень теплые, красивые. Вот здесь мне удалось оказаться. Итак, ну вот моя палатка, значит, она в принципе она стоит, так сказать, но, например, надо заметить, что вот с этой стороны, с правой стороны, это уже как бы даже не палатка, а избушка на курьих ножках. Вот тут такая вот канитель, короче, тут вот не дотягивается. Сейчас объясню почему. С этой стороны тоже вот такая вот канитель, вот, и туда вот глубоко уходит как бы все это. Вот таким вот образом. Вот здесь тоже приходится это все в землю упихивать. Вот, получается, даже уже не палатка, а избушка на курьих ножках. Далее, что же с ней произошло? Вот, повешу, наверное, вот сюда вот эти очки, ладно, пускай. Так, ну вот мы здесь вот ее приподнимаем. Здесь, короче, сломали слеги, вот эту вот дугу сломали. Вот она сейчас, эта дуга, в таком состоянии. Вот было, короче, нападение, могу как сказать, нападение было, то есть, и дуга была сломана. То есть нападение было примерно такое, вторая часть нападения была примерно такая, то есть вот так вот было взято и вот так вот тряслось. И вот здесь вот в этом месте вот дуга идет. Вот я сейчас, наверное, не знаю, успею, не успею тут, пока это видео идет, размотать. Успею или не успею. Вот. И к тому же в таком как бы тут, что лучше бы оно. Дело в том, что вот тут вот оно треснулось, поэтому приходится такую вот систему делать. Вот. Систему такую делать, то есть вот приклеивать скотчем, либо изолентой вот такую вот дополнительную дугу, которая бы держала вот эту вот часть, потому что вот здесь вот оно расходится, вот здесь вот расходится. Может быть, удастся это вытащить как-то, вот. И так, что полегче. Дело в том, что тут действительно вот дополнительная дуга вот такая вот идет, вот. Вот изолента уже появилась. Вот, кому видно, тому видно, я думаю, вот. Видна другая дуга, которая здесь вообще по изначальному принципу не должна быть. Вот. А кроме того, во время нападения на палатку, то есть, ну, палатка стояла примерно, соответственно, тоже так же, только она нормально была. Короче, калашматили ногами вот так вот в эту сторону. Вот так вот. Вот. Было такое вот нападение. Вот. Совсем абсолютно не придумываю, даже есть свидетели этого происходящего. Вот такая вот была канитель,